В Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова вручили подарки победителям и участникам республиканского конкурса детских рисунков «ГАЗ и правила для нас». «Дагестан-Газ-сервис» при поддержке управляющей компании «Газпром» «Межрегионгаз» Пятигорск организовали выставку. На ней были представлены более 200 рисунков школьников со всех районов республики. Победитель этой выставки отличился не только художественными способностями, но и безупречным знанием правил безопасного пользования газом. Награждается занявший первое место в республиканском конкурсе рисунков среди учащихся школ на тему «Газ и правила для нас» Муртазалиев Мохаммед. Кроме того, каждому ученику, который принял участие в конкурсе, на знание газовой азбуки вручены почетные грамоты, а руководителям школ и педагогам – благодарственные письма.